Сергей Ковачев родился в городе Исмаиле Одесской области, жил в Иркутске, Казани, сейчас живет в городе Москве. Окончил Кировоградское высшее летное училище. Штурмом самолета Ту-154. Работал в различных авиакомпаниях. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Играет на шестиструнной гитаре. Пишет песни на свои стихи. Лауреат и член жюри многих фестивалей, дипломант Грушинского фестиваля. Итак, на сцене команда творческого объединения «Примус», и для вас звучит песня Сергея Ковачева. Жил, Кинг-Конг жив, Кинг-Конг будет жить. Приходите.